маленькая зависть, но она, по сути, стала большой завистью. Ее хватило для того, чтобы начать признать этот цигун вне закона. У него была такая директива разорить финансово, опорочить репутацию, уничтожить физически. Христиане сидят в китайских тюрьмах? Убили очень жестоко, убили в пытках. И никто помочь не мог. Все листы этой книги, находящиеся сегодня в экстремистском списке, посвящены трем принципам – истине, доброте, терпению. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень острая тема. Это запрещенный цигун. Да, вы не ослышались. Сегодня цигун в России хотят поставить под запрет. Для тех, кто не в курсе, что это такое, речь идет о восстановительных, оздоровительных практиках, которые позволяют очищать дух и тело. Вообще, я хочу сразу оговориться, что у меня полускептическое отношение к подобным движениям, практикам, поскольку я, ну, если сгущать краски, наверное, себя отношу больше к православным фундаменталистам. И всегда в таких вопросах, да, мы пытаемся понять, вот где секта, а где действительно просто это некие животворящие практики, обычная йога, гимнастика и все, что с этим связано. И сегодня вот у нас как раз в гостях Светлана Полунина, человек, который на протяжении долгого времени представляет одну из ветвь цигуна в России. Это движение Фалунь-Дафа. Ну да, в данном случае не движение, но Фалунь-Дафа. Фалунь-Дафа. Угу. Мы сейчас будем разбираться, что от чего отличается. Светлана, добрый день. Добрый день. Вот смотрите, движение полгода назад было запрещено. Но я так понимаю, пока этот запрет относится к хакасскому филиалу, оно признано судом экстремистским. Организация. Организация. 10 лет назад, чуть меньше, была запрещена книга основателя этого движения Ли Хунжи. Она была признана экстремистской литературой. Вот спустя достаточное количество лет уже руки дошли и до самого движения. Вот давайте разберемся, почему вдруг цигун стал вызывать такие вопросы у наших правоохранительных органов и у государственной власти, решив вроде бы запретить абсолютно невинное направление, которое можно отнести к ЗОЖу. Ну, наверное, во-первых, стоит рассказать об этом суде, который проходит и который еще мы будем подавать в Верховный суд, практикующие Абакана и так называемые участники процесса и организации якобы будут подавать еще Верховный суд и надеяться его выиграть и оправдать. Дело в том, что в суде первой инстанции мы смогли выиграть и доказать, что, во-первых, что касается самой организации, то есть, во-первых, не запрещали сам цигун, пока запретили только организацию, не зарегистрированную, у которой нет какого-то номера, она не зарегистрирована в Минюсте. При этом суд первой инстанции мы выиграли. Мы смогли доказать, что, во-первых, организация ликвидирована сама по себе была в 2017 году, и закрывать нечего, потому что она уже закрыта. А почему она была ликвидирована? Там был такой процесс. Дело в том, что сами практикующие проводят достаточно много мероприятий различных, как по ЗОЖу, так и касаясь другой тематики репрессий фалунгун в Китае, я об этом чуть позже скажу. И эти мероприятия всегда согласовывались с мэрией, там, с администрацией города, с какими-то парковой администрацией, и в целом были разрешены. Разрешены, и даже иногда было сопровождение полицейских, которые как-то охраняли это мероприятие. С 2014 года, где-то с 2014 года начинают собирать материал МВД, я так понимаю, ФСБ, касательно практикующих фалунгуна Абакана, о их деятельности. То есть параллельно с тем, что им разрешают мероприятия какие-то, собирается о них какая-то там
ну, какая-то информация, какие-то данные. И в дальнейшем, когда мы уже рассматривали дело суда, изучали, фигурировали какие-то люди, которых никто никогда не видел, мужчина и женщина, раздававшие якобы книгу. Основная, вообще сам по себе цигун, он включает, это древняя китайская система самосовершенствования для души и тела. И она включает в себя нравственные принципы, это ключевое, истина, доброта, терпение, свойства Вселенной, которые помогают человеку самовоспитываться, саморазвиваться и приходить к духовной гармонии, чистоте, ну и так далее. И, кстати, к здоровому телу в том числе, потому что в здоровом теле здоровый дух и наоборот. И что касается упражнений, там 5 комплексов упражнений, в том числе медитации, они достаточно простые для исполнения. У нас практикуют многие люди, начиная от маленьких детишек до совсем уже пожилых людей. То есть они очень простые для исполнения. Ну, это дыхательные практики? Ну, практически. У нас нет дыхания, то есть мы не подключаем дыхание, нам все равно, как вы дышите. Но в целом они, да, похожи. Если, допустим, сказать, что такое цигун, да, всем известен Шу цигун или Тайцзи Цюань или другие какие-то виды. У нас он не боевой, он именно духовно-оздоровительный, скажем так. Вот и все. Это нравственное самовоспитание и выполнение упражнений. И все вместе это дает и хорошее состояние для своего, и настроения, и для души. Вот смотрите, Слава, когда в прессе стала обсуждаться информация о запрете, именно хакасской вот этой организации, то было очень много комментариев, в том числе от религиоведов, вот, скажем, там Роман Силантьев высказывался, что, дескать, это крупнейшая в мире тоталитарная секта, да, что организация практикует и самоубийство, и массовые беспорядки, вот доставляет тоже немало власти, проблем властям Китая, очень люди погибают на этой почве, сходят с ума, и вот, дескать, теперь из Китая вот эта тоталитарная секта пришла в Россию, вас сравнивал с Аум Синрике, кстати, вот тоже из Силантьев, и, если я не ошибаюсь, там депутат Гаврилов. Сергей Гаврилов, который от КПРФ. И вот, вот такая была развернута массовая такая кампания, мощная кампания. И что вы можете сказать на обвинение в том, что вы являетесь тоталитарной сектой, и с этим сопряжено вот большое количество человеческих жертв? Ну, во-первых, жертв никогда не было, раз. Могу точно заверить, их точно не было. У нас вообще в самой Джуань Фалунь, которая в России пока что запрещена, является экстремистской книгой теперь уже, с 2011 года, сказано о том, что есть целый вопрос, который касается убийства живых существ, ну, он так переведен по-русски, практикующие не могут никого убивать. Запрещено. Если этот человек практикует фалунь-дафа, он не может никого убивать. Это раз. Во-вторых, человек не может убивать и сам себя. Это тоже очень важный фактор. Поэтому самосожжение и прочая ложь, которую там распространяют о фалуньгун в мире, она является ложью. По поводу экспертов, сказать можно все, что угодно. У нас время сейчас такое, что плюрализм мнений. Что касается эксперта, который делает выводы, странно, когда человек сам не попробовал и делает выводы. Как вы можете описать вкус, например, какого-то продукта, если вы его не пробовали? Смотрите, здесь вопрос в чем состоит. Вот, скажем, свидетели Иеговы, которая запрещена нынче в Российской Федерации, да? Да. А там же тоже все, за все хорошее против всего плохого есть. Но мы, скажем, имеем тот факт, помните, вот этот вопиющий случай, когда мужчина убил всех своих там детей, жену и... Очень жаль. Жену и то ли мать, то ли тещу. Да? И вот причина этого была... крылась в том, что он исповедовал как раз... идеологию свидетелей Иеговы, состоял сам в этой секте. И все это сделал для того, чтобы второе пришествие грядет, как он сам утверждал, и нужно было всех собрать там, по ту сторону Вселенной. Да? И он всех их, значит, убил. Ну, а на самого вот немножко как бы сил-то и не хватило. И где у вас вот все-таки кончается...
оздоровительные практики, да, и начинается религиозная составляющая. Ну вот я скажу вам, например, у нас во всем мире сколько-то десятков миллионов практикующих людей, которые занимаются этим цигуном. Я не беру Китай, в котором там отдельная своя история, там десятки миллионов так и есть. И за все годы, вот мы сейчас опять Китай в одну сторону отложим, да, и поговорим обо всем остальном мире. За все годы Фалунь Дафа известен с 1993 года. И, извините, 92-го. В 93-м мы презентовали на Восточной выставке здоровья Фалуньгон. И мастеру дали награду «Народный мастер цигун». Мастеру Ли Хуньджи, его признали народным мастером Китая. Все-таки это тоже о чем-то говорит. Это серьезно. Да, у нас есть народные артисты, народные художники. Это высшая награда. И по цигуну он был народным мастером цигун уже через год передачи Фалуньгун, обществу Фалуньдафа. Это раз. Во-вторых, что касается поведения самих практикующих. Если бы были какие-то специфические люди и специфические поступки, неадекватные, граничащие с безумством, наверное, бы они проявились. Во всем мире с 92 года по сегодняшний день нигде не зарегистрировано каких-то событий и случаев самоубийств, поджогов, убийства кого-нибудь другого и так далее. Фалуньгун находится из-за репрессий в Китае, которые идут там с 1999 года, он все время находится под пристальным наблюдением прессы, китайской компартии, которые с удовольствием бы написали или как-то осветили, если бы хоть где-нибудь что-то произошло. Во всем мире за все эти годы никогда ничего не произошло. Светлана, вот такой момент. Наверное, это о чем-то да, говорит. Да, вот смотрите, такой момент, почему, скажем, я как человек православный, верующий, вынужден усомниться в этих заявлениях так называемых сектоведов наших же, отечественных. Потому что так. Я знаю ни одного человека, который это и мусульмане, и православные, которые, причем истинно убежденные в своей вере, которые это не просто так такая показушная и обрядовость в их действии, в их поведении, они практиковали цигун. И каждый из них рассказывал, как он им помог. В сложной ситуации жизни. Как он, одним он помог выжить в тюрьме при запредельных температурах, в жутких условиях. Медитировали, да? Медитация, дыхание, вот эти все практики, как вот именно благодаря цигуну. И они выходили через там, несколько лет очень тяжелых условий, когда их пускали под пресс, они выглядели еще лучше, чем они заходили. Да. То есть они приобретали еще там здоровье, но с помощью этих практик. У вас есть, скажем, религиозная составляющая вашей деятельности, на которую вы опираетесь? Да, важный вопрос. Нас периодически пытаются к ним причислить, но не являемся. Не являемся так же, как не является тайцзи цюань или ушу, или любая другая цигунская практика. Потому что секта без религиозной составляющей, она невозможна. По поводу религиоведов отвечу. Во-первых, например, Иваненко... Если вы знаете его, он достаточно известен в России. Тоже специалист по, да, в общем-то, по ряду вопросов. А он нас не считает ни сектой, ни религией, ни каким-то религиозным течением или чем-то еще. У него достаточно немало оценок нашей деятельности, вообще нашего цигуна. С ними можно ознакомиться. При желании они есть и в интернете, и там где угодно еще, даже у него у самого попросить. У него есть свое мнение по поводу нас. Он знает нас, наверное, ну, почти с момента существования в России в 2000-х годах. Вот. Что касается... Есть еще ряд религиоведов, сектоведов и прочих специалистов, которые оценивали нашу деятельность, наш цигун. Эти исследования есть даже, например, у меня в том числе. Я их сама лично читала. То есть я не просто вам рассказываю откуда-нибудь, они действительно есть, они есть в наличии. Есть заключение о том, что цигун является цигуном и является действительно духовно-оздоровительной практикой. И как мы рассказываем, так действительно так и есть. Что касается религиозного, это, наверное, молиться. У нас нет молитв. У нас нет божества, которому мы поклоняемся. У нас не висят какие-то, ну, там, например, иконы или ну, какие-то святые или божества. Это или просветленные, которым бы мы, например, совершали какие-то поклонения или приношения, или там свечки, там фимиам зажигали, и что-то просили о чем-то. Такого не существует. Это раз.
У нас есть принципы. Ключевым Фалунь Дафа является воспитание нравственности, потому что на нравственности человека все остальное – это стержень человека. Если у человека нет нравственности… Вот, например, Шойгу недавно давал интервью и говорил о том, что в России тотально падает уровень нравственности, и поэтому у нас много проблем. Отчасти он во многом действительно прав. Ну, например, спроси у меня, я бы сказала, в целом он абсолютно прав. Действительно, на нравственности человеческой, по которой потом дальше строятся отношения людей, их поступки, наличие или отсутствие нравственности обуславливает в человеке всю дальнейшую его жизнь. Хорошо. Могут у вас религиозный состав заниматься членов движения? У нас нет религии, нет обрядов, как я сказала, поклонений, нет молитв, нет ничего того, что нет специальных одежд, кроме цыгунского костюма, который мы иногда используем на вот мероприятиях. Но мы можем и не использовать. То есть если нас, например, приглашают на мероприятие по ЗОЖу, мы вот приходим там в желтом костюме, в котором у нас мастер изначально передавал фалуньгун. Кто у вас состоит? Вот религиозные, я имею в виду, мусульмане, христиане, буддисты. Может ли заниматься любой человек любой веры? Абсолютно. У нас есть, например, буддийская монахиня. Она практикует с 90-х каких-то годов, сама лично ее знаю, но она живет не в России. У нас очень много мусульман практикуют. Индусы, большинство индусов же, да вообще у них там разные есть веры. У нас миллионы индусов на полях огромными количествами, составами практикуют фалуньгун. У нас практикуют мусульмане. Я помню даже как-то, когда я начинала заниматься, ко мне пришли, я знала, ну, как правильно назвать, ортодоксальных, наверное, да, каких-то более глубоко верующих храмовых мусульман, и один из них пришел ко мне, его привел мой приятель, знакомый, и он попросил меня почитать Джуань Фалунь, сказав, что в священных писаниях у них сказано, что истина придет с Востока, и с ней надо ознакомиться. Все они отмечали хорошие положительные изменения во мне, которые происходили до того, как я практиковала, и когда я уже стала заниматься, изучать Фалунь Дафа. А вы сами исповедуете какую религию? Я не религиозный человек для себя, но я вам скажу, что я дружу, ну, наверное, как мне кажется, со всеми конфессиями. По крайней мере, из тех, которые я знаю конфессии, у меня есть друзья абсолютно во всех направлениях. Вы сталкивались, скажем, когда мусульманин приходит к муле, или православные приходят к батюшке, им запрещают практиковать цигун, поскольку это противоречит? Разные батюшки разные. Я с батюшками тоже люблю пообщаться с удовольствием. Мне нравится. И что они говорят? Очень разные. Все зависит от самого батюшки, потому что они живые люди тоже. И кто-то более глубоко погружен в свой вопрос, кто-то менее глубоко. А многие поддерживают. Ну хорошо, а вот те, кто выступает против, считая, что все-таки цигун – это секта, почему? Есть такое? Есть, конечно, есть. Просто не, я знаю, что кто-то считает, и кто-то и йогу ставит вот под запрет, которая йога является, ну, уже как такой традиционной гимнастикой. Лет 10 назад я общалась с одним из президентов, или как правильно называется, представителей Федерации УШУ одного из регионов. И он рассказывал, как сколько-то лет 10 его прессовали РПЦ, и он должен был изменять название «Медитация в релаксации» и переписать полностью все труды, потому что РПЦ не пропускала занятия УШУ. Вы же знаете УШУ. Как можно УШУ не пропускать? Как оно может противоречить чему-то? Но его заставили, вначале его очень долго не давали ему разводить свою деятельность, скажем так, вести, а потом заставили переписать полностью все, ну, как они называют, методички. И заменить слова именно так, как это просит РПЦ. Я, знаете, никого не хочу обидеть ни в коем случае, это тоже важный принцип. Каждый имеет право на свое лево, как говорил Фоменко Николай в свое время. Кто-то думает, что так нельзя. Молодец. Пусть думает. А почему нет? Ну, Россия удивительная страна. У нас, у нас не запрещены наркоманы. У нас запрещены фактически запрещены те, кто вот сегодня хочет приобщиться к этим практикам оздоровительным. Да. И смотрите, вот отсюда вопрос. Зритель скажет, что, ребят, ну дыма без огня не бывает. Вы можете как угодно рекламировать цигун, движение, доказывать, что это все польза огромная, несется для там, души и тела и так далее, и так далее. Но все-таки почему же за вас взялись? Расскажу. Почему нас не закрывают спортзалы, где спокойно
тренируются в разных форматах, по разным направлениям, а вдруг взялись за невинную такую практику, да, оздоровительную практику. Расскажу. Вопрос, во-первых, в первую очередь скажу о состоянии в мире. В мире, во всем мире, Falun Dafa – подходящая практика для всех слоев общества. И у нас очень много поддержки и занимающихся среди, ну, наверное, абсолютно там, вплоть до президентов стран. Все слои общества практикуют Falun Dafa, он всем подходит. Ну, как он может не подойти, ведь это просто цигун. А во всем мире абсолютная поддержка Falun Dafa. Даже Дональд Трамп в том числе поддерживал китайских практикующих, которых репрессируют, и говорил, что будет поддерживать до самого конца. Ну, можно загуглить и найти эту новость, например. А в Канаде и президент в свое время поддерживал, и члены парламента даже открыли свой благотворительный фонд помощи репрессируемым практикующим Falun Gong в Китае. Немецкий депутат выступал в ООН, защищая практикующих Falun Gong, и говорил, что это должно быть просто на повестке Германии на встречах о том, что нужно требовать прекращения этих репрессий. Нет, опять-таки, давайте все-таки, нам скажут, что да. Вся эта гей-Европа, Америка, они ЛГБТ поддерживают, ладно, однополые семьи, да, мало ли они кого поддерживают. Да. А все-таки, вот почему в Китае, давайте начнем, почему в России развязана такая война против тех, кто хочет приобщаться к практикам? Здесь, наверное, нужно быть крайне осторожной в формулировках, но давайте начнем, почему в Китае. Когда, вот смотрите, с 92 года, а именно с 13 мая... То есть в Китае запрещена, цигун запрещен, я правильно понимаю? Незаконно и, как сказать, незаконно. Mm-hmm. Это скорее было единоличное решение тогда, правящего тогда генсека Китая Дзяна Цзиминя, на которого сегодня подано огромное количество судебных исков в мире и в самом Китае. Это какой год? Когда запретил? Это было в начале, 20 июля 1999 года, считается, как бы уже вот официально он объявил. А еще до этого были прецеденты, 25 апреля тоже, но сказали, что ничего не будет, недопонимание вышло. Но 20 июля 1999 уже официально объявили вот о том, что будут репрессировать за занятия Falun Gong в самом Китае. А почему? Получается, что у нас с 92 до 96 промежуток в 6 лет. И за эти 6 лет что могло такого произойти? Все очень просто. За 6 лет в Китае Falun Gong стали заниматься каждый 12-й китаец. То есть порядка 100 миллионов человек стали заниматься. Ну что такое заниматься? Кто-то занимается действительно решил, да, по-настоящему. А кто-то, то занимался, то нет. Но в целом их составляло 70-100 миллионов человек. Людей этих, там 1,5 миллиарда, на минуточку, да? Поэтому, 100 миллионов, да, 1/10, 1/12 Китая занимались. И получается, а что это такое? Давайте по цифре. Это означает, что либо ваш сосед, либо ваш друг, либо ваша семья, либо ваш начальник или коллега по работе, либо ваш уборщик на улице, кто-нибудь в окружении вас 100% занимается этим цигуном. Вы выходите направо и занимаются этим цигуном, налево, вы идете в парк, вон они стоят, занимаются, вот здесь тайцзи, вот здесь Falun Gong. Тайцзи-тайцзи-цюань. Вот там ушу, там еще какие-то практики, у них много очень цигунов. И вообще в Китае было принято по вечерам или по утрам выходить, одни свои рами занимались по их направлениям, а другие там еще чем-то, третий вот Falun Gong. И ты мог прийти и выбрать себе ЗОЖ, который тебе подходит. Либо с этими, все практики по-своему хороши. И получается, что такая популярность, а этот рост же набирается, вы подумайте еще раз, с 92-го по 93-й, через год, на Восточной выставке здоровья Falun Gong дали высшую награду и назвали его золотым Falun Gong. Из всех представленных на Восточной выставке здоровья цигунов оздоровительных практик, на этой выставке признают Falun Gong золотым цигун, и мастеру присваивают народное звание народного мастера цигун. Понимаете, популярность его большая, популярность Falun Gong большая. А теперь представим местного Сталина. И, наверное, мы получим нормальный, понятный россиянам ответ на вопрос. Мог ли Сталин позволить чему-то быть популярным, чтобы каждый 12-й... За исключением Компартии. И самое главное, что тогда членов Компартии составляло где-то порядка 70 миллионов человек по там, перепискам, или как правильно, по переписи, да? Вот. А Falun Gong больше, чем членов Компартии. А является ли он политической силой? Любимый вопрос
определенного ряда граждан. Не является. Также не является, как не являются, например, люди, которые занимаются танго или занимаются вальсом или занимаются чем-то еще. Слушайте, ну давайте так. Он сегодня не является. А завтра вдруг начнет. А завтра вдруг. Тогда... Потому что речь идет о сетевой организации, крупнейшей в мире. Танго является сетевой? Бачата является? Вы знаете, у нас здесь в парке Горького, да, на набережной, периодически по вечерам, ну, по крайней мере, до коронавируса, танцевали по вечерам бачату. Является ли она? Да, она известна не только в Москве, не только в России и вообще во всех странах мира. Могут ли между собой эти увлеченные этим танцем связываться? Конечно, могут. Могут ли они быть какой-то политической силой, голосовать за кого-то? Потенциально могут, как и любой человек. Стоит ли тогда брать их на какой-то под карандаш на пристально за ними следить? Но ведь не следят же. Смотрите, да, взять историю Капуэра. Да. Когда... Это борьба и танцы. У нас нет борьбы, я поняла. Нет, борьба и танцы, да, это как оружие рабов, которое позволяло собираться, позволяло готовить какие-то восстания, все равно взять. Потом, по тому же принципу карате было запрещено в карате СССР. Боевой. Да, я помню, 6 лет он сидел. Да, да, за право русских заниматься карате. Карате было запрещено в СССР. Угу. И много было уголовных дел по этому поводу. Да. Я думаю, исходя из этого же принципа, потому что любая сетевая организация, любой спорт, он так или иначе, он привносит очищение там, и в том числе каких-то души, привносит исповедование каких-то нравственных принципов определенных, которые универсальны для того или иного направления. Правильно? Вот. Ну, то же самое понятно, хорошо, в Китае. Там 100 от 70 до 100 миллионов исповедовали, занимались цигуном. Хорошо, дальше что происходит? Он бесплатный, на нем нельзя заработать. Вообще все занятия являются бесплатными, вы можете прийти в любое место, где занимаются практикующие, вас обучат, встанете, понравится, будете сами заниматься. Не понравится, можно уйти. Нет списков, нет членства, никто никуда не записывает, можно действительно прийти, позаниматься и уйти потом после этого. Что началось? Вот хорошо, Китай принял решение, что да, есть определенная опасность в этой сетевой организации, которая еще формирует здоровый дух, в здоровом теле, да, и который, ну, становится независим от официальной идеологии. Что вот этот запрет, что за собой повлек? И был ли это повод единственный для того, чтобы запрещать цигун? Я, наверное, скажу так, я бы могла советские примеры привести, известные нам во времена Сталина, но, наверное, не буду, потому что опять... Каждый по-своему видит и трактует. И понятие у людей, что такое хорошо, что такое плохо, тоже разное. Даже отношение к убийству у людей очень разное. Да? Одни, например, военные одним образом относятся, а простые граждане совсем по-другому относятся. Да? Поэтому, если сказать о Китае, почему они запретили? Был Дзянь Зимень и был генеральный секретарь, которому все по жизни можно. Вот там никого бы не обидеть, но по аналогии, например, мы знаем Северную Корею. Вот он один там правитель, да, у них, он главный, ему все можно. Ну, плюс-минус в целом. Есть какой-то мастер Ли Хуньжи, хоть он и занимается цигуном и рассказывает про цигун и про здоровье, но он народный, он везде гремит, его везде зовут, он на всех конференциях, он рассказывает о своем цигуне. О нем пишут газеты. Я вам скажу, что к 99-му году 6 членов из 7 в самой верхушке компартии в Китае практиковали фулуньгун. Более того, даже жена Дзянь Зиминя практиковала фулуньгун. Угу. И все, вот еще раз, я понимаю, что это трудно представить, когда ты не находишься в этой обстановке. Трудно поверить, что вот такая вещь может, например, раздражать. Ну, занимается и занимается. Но вы поймите, направо занимаются, налево и прямо, и все занимаются. И все твои, а ты не занимаешься. А вот у кого ты занимаешься? Вот у этого мастера. Ага, и Вася его знает, и Петя, и все знают, и все любят. А меня кто будет любить? Даже есть биография Дзянь Зиминя, там об этом тоже сказано, об этой реакции. Маленькая зависть, но она, по сути, стала большой завистью, и ее хватило для того, чтобы начать признать этот цигун вне закона. А тогда
У них были цигунские общества, у них вообще, в принципе, цигун — это же культура Китая, да? Это такая некая духовно-оздоровительная какая-то гимнастика, иногда с элементами боевого искусства. В целом это метод совершенствования, самосовершенствования для человека. И получается, что у них есть цигунские сообщества. И мастер вывел в 96-м году, насколько я помню, нужно было, в общем, должны были какие-то членские взносы платить, занимающиеся, что-то такое. А у нас цигун бесплатный. Это правило, которое вот введено железно мастером. И понимая, что это несовместимо, мастер вывел свой цигун из ассоциации, из цигунской ассоциации Китая. Все это хватило для того, чтобы уже появились какие-то, вот, понимаете, выявилось. А судьба вот Ли Хунжи, как сложилась? С 94-го года его стали приглашать в разные страны Европы для того, чтобы распространять фалунгун. Те люди, которые иностранные, скажем так, для Китая люди, европейцы, американцы, русские и прочие, оказавшиеся на его семинарах, очень сильно полюбили фалунгун. Его нельзя не полюбить, это правда. Если знаешь его, его нельзя не любить. И он прекрасен. Ну, просто, ну, истина, доброта, терпение. Прекрасно. Правда, прекрасно. Я 15 лет занимаюсь, могу подробно об этом рассказать. И, значит, его стали приглашать в разные страны на эти семинары. И потом, получается, он стал летать, представляете, да, на сегодняшний день фалунгун, например, практикует в около 120 стран мира. Может быть, уже где больше. Где он сейчас находится? Он в итоге последнее место до 99 года, где он передавал фалунгун, проводил семинар, была Америка. И мы сделали там вид на жительство. Насколько я знаю, опять, я лично не разговаривала, я могу рассказать только с... Да, и мы сделали вид на жительство, и когда нужно было вернуться в Китай, объявляется, вот, что фалунгун вне закона. Есть официальное письмо мастера от того периода, когда он писал, ему закрыли въезд в страну. Просто... Ну, он находится в Америке, да. В эмиграции. Ну, если так можно назвать, я не знаю, в эмиграции, эмиграции. Хорошо, 99-й год, жесткий запрет. Что повлек для тех, кто был приобщен к цигуну, кто вот этот запрет? Да. А в 20 июля официально объявляют его вне закона. У них в Китае создается, Дзянь Зимин распоряжается создать офис, он называется 610, 6 это июнь, а 10 это 10 июня. 99-го года создают офис 610, это что-то типа структур органов служб безопасности, которые занимаются, уполномочены заниматься только преследованием фалунгун. Это единственные их полномочия, других нет. И они должны разыскивать всех практикующих, кто занимается, вычислять их, внедряться, разыскивать, чтобы дальше арестовывать и заключать в тюрьму. Дзянь Зимин тогда распорядился, чтобы за 3 месяца был стерт в порошок каждый, кто занимается. И у них было 2 варианта. Они предлагали написать, ну это для любого, наверное, западного человека покажется очень странным, мне тоже кажется странным, написать некое заявление о 3 выходах. То есть, по сути, оно является... таким как бы документом, что я отказываюсь заниматься фалунгун. Вот я даю обещание, вот моя печать, там подпись, они кровью ставят подпись. Вот. Китайцы, да, у них свои там традиции, там пальчиком, да. Вот. И они должны подписаться, что они больше не будут заниматься фалунгун. А если он не согласен, то его можно убить. Причем разрешили убивать, опять разрешили. Какие законные основания были у этого генерального секретаря? Никаких. Их как не было с 99-го, вот сегодня 2001-го, их до сих пор нет. Ну, кстати, как и Дзянь Зимина нет. У власти уже имею в виду, потому что потом будет Ху Цзинтао у них, потом у них будет там Си Цзиньпин и так далее. Будет и есть. А на тот момент, да, он объявляет, что практикующих фалунгун нужно, у него была такая директива, разорить финансово, опорочить репутацию, уничтожить физически. Если это практикующий фалунгун, и он попал, например, под преследование там, в тюрьму, с ним можно сделать все. Вот все, что грязной душе будет угодно. Побить, там, любые виды пыток можно, все, что угодно можно. А потом они догадались, что, по сути, фалунгун реально, действительно оздоравливающий метод. И
Это доказано, во-первых, самими занимающимися. Вам каждый расскажет, что именно у него, например, прошло, из, как восстановилось здоровье. И плюс еще проводились исследования, например, даже в самом Китае, и там это тоже было известно. Например, в Пекине и в Гуанчжоу, по-моему, провели исследования около 25 тысяч человек. Из них около 70-80% людей полностью восстановили здоровье. Ну а дальше там уже у кого-то чуть поменьше, но в целом все получили 100% эффект по оздоровлению. И представьте, то есть это человек, у которого здоровые органы, и он находится в преследовании государства, и с ним, в принципе, можно сделать все, что угодно. Например, использовать его для черной трансплантологии. Он находится в тюрьме, вытащить его оттуда никто не может. Забирали их многих бесследно в основном, потому что, ну, так получилось, как бы так вот складывается. И поэтому вот образовалась такой вопрос. То есть вы утверждаете, что был сформирован рынок незаконной трансплантологии? Это не я утверждаю. Властью Китая. Это очень серьезное заявление. Властью Китая — это очень, как вам сказать, огульный термин. Какими-то отдельно взятыми личностями. Понимаете? Власти Китая. Кто-то был с этим не согласен. Как был, так и остается. Вы знаете, нельзя сказать, что, например, там Китай против. Нет. А кто в Китае против? А кто-то за? А есть какие-то подтверждающие факты? Что вот такое образовалось? Что был вот за эти годы создан вот такой серый рынок кормов? Да, во-первых, за вот это время, получается, с 2000 по 2021, оттуда бежало очень много врачей. Ну, много, мало, да, всего в мире относительно. Ну, достаточно для того, чтобы дать показания. Бежали врачи, которые проводили операции. И они дали показания. Эти показания известны во всем мире. На основании них хотят инициировать трибуналы уже над теми лицами, которые причастны вот к такой проблеме. Да? Значит, потом Килгур и Мейтас, но здесь стоит очень важным отметить, это два канадских правозащитника высокого достаточно уровня, которые провели реальное расследование. И в 2006 году они опубликовали свой отчет о незаконной вот этой трансплантологии. Они действительно провели расследование, в принципе. Однако важно отметить, что в России вместе с Джуань Фалунь этот отчет тоже признали экстремистским. И он находится на сегодняшний день в списке экстремистской литературы. Ну, бывает. Теперь, значит, что касается... Но дальше они провели дальнейшее расследование и составили еще одну работу, и потом, по-моему, даже не одну, может быть, просто с одной я точно знакома. Она называется «Blood Harvesting», или по-русски «Кровавая жатва» перевели. Тоже замечательный труд, который вот такая книжечка, она полностью посвящена отчету о том, что это реально есть. Этан Гутман, известный журналист во всем мире, то же самое. Он проводил свои расследования и несколько вот таких папок, отчетов формата А4, которые полностью по фактам подтверждают происходящие события. Google в помощь, можно найти этого Этана Гутмана и все, что он там сказал, и все его исследования просмотреть. Есть еще очень много других независимых экспертов, есть репрессированные. Я по своему одному из образований дополнительных, скажем так, являюсь журналистом. И мне, конечно же, было интересно самой. Я верю фактам. Я очень не люблю голословные чьи-то высказывания, я люблю знать по-настоящему. Либо да, либо нет. И я изучала этот вопрос. И мне было очень в самом начале, когда я стала заниматься этим цигуном, представляете, ты занимаешься, а тебе рассказывают, что он, например, запрещен в Китае, да? И более того, есть какое-то давление, например, ну, даже несогласие органов, например, нашей страны, да, с этим цигуном в чем-то на тот момент. Конечно, ты будешь изучать, в чем это несогласие, почему там репрессии, и а вдруг что-то плохое, это правда, да, там уважаемые люди говорят какие-то гадости, а может, они правы. Надо узнать. Соответственно, я общалась с разными практикующими фалуньгун, которые даже в том числе попали под репрессии. И это страшно. Коротко о главном. Известный случай, его тоже можно загуглить, «Мисс Канады». «Мисс Канады» 2015-2016 года, два года она была «Мисс Канады», практикующая фалуньгун. Она выиграла соревнования внутри страны и должна была ехать на уже международные соревнования, и в том году они проходили в Китае. Ее не пустили, потому что она и ее отец являются практикующими фалуньгун. И более того, отец у нее находился в Китае, и он попал под преследование. И этот случай только за счет того, что она «Мисс Канады», о нем писали все известные СМИ, в том числе BBC, в том числе там, ну, все известные, популярные.
и «Космополитен» тогда писали, ну, многие издания мировые. И описывали этот случай. Ей с трудом удалось отца перевести в Канаду. Отец слепой. Вообще, вот когда общаешься, я забыла, как зовут одну леди, у нее мужа убили в результате репрессии, они с дочкой, а дочка Фаду, ее звали девочка, и они смогли мигрировать, я не помню, в какую страну, но столько лет уже прошло. Я с ней лично виделась в 2007 году и общалась. Она, ей было лет 30 с хвостиком, и она абсолютно вся седая была. Ее мужа репрессировали на глазах за занятия фалуньгон. Убили. Ладно, убили. Убили не самое страшное. Убили жестоко, вот это пострашнее. Убили очень жестоко, убили в пытках. И никто помочь не мог. И да, есть, я к тому, что в мире и так далее, да, я могу рассказывать долго. Хорошо, смотрите, если допустить, что Китай получил доступ к огромному количеству органов, которые можно продавать, можно заниматься там пересадками, то должно в мире появиться вот такое предложение по трансплантации органов. То есть рынок должен был вмиг взорваться. Наверное, скажу так. Я смотрела очень хорошо сделанное, на мой взгляд, моя субъективная точка зрения, расследование Юн Джон Сопа. Это южнокорейский журналист, который провел свое собственное расследование. Это телевидение Чусан. И они опубликовали, согласно, ну, создали некий документальный фильм, 48-минутник, в котором они описали полностью, показали, раскрыли весь этот вопрос и всю проблему. В том числе даже ездили в Китай и даже видели эти больницы, где проводят трансплантации. И поговорили, насколько, согласно его фильму документальному, в Корее, в Южной Корее, на правительственном уровне в определенное время, я не скажу, что сейчас, но в какое-то время оплачивали трансплантологию в том числе. То есть правительственным работникам, если вдруг у них были большие проблемы со здоровьем, было позволено даже такое. И если что, им там, донорский орган плюс операцию оплатит, и плюс пребывание и прочее. И они знали, что это все можно сделать в Китае. Это были такие определенные, как сказать, договоренности или как, ну, не скажу на каком уровне, но была такая практика, да. И он пообщался с этими правительственными работниками. Это все можно посмотреть в этом фильме документальном. Он пообщался с ними, взял у них интервью. Они рассказали ему, он пообщался с врачами, он слетал в Китай. Этот южнокорейский журналист Юн Джон Со слетал в Китай, оказался в той больнице на 16 этаже, снял все палаты, снял условия и поговорил с теми, кто лежит. Потом пошел к медсестрам, поговорил с медсестрами, поговорил с врачами и снял их интервью. Да, и они подтвердили, что это фалуньгон, это органы фалуньгон. Этот фильм можно посмотреть, он есть в доступе, южнокорейское телевидение Чусан. Гуглим, ищем Юн Джон Со, называется «Семь смертных грехов». В России, конечно же, он не вышел. Ну, как бы, ну так. А фильм хороший. То есть, получается, лист ожидания должен быть очень коротенький. Короткий, да. И лист ожидания короткий, это раз. Во-вторых, получается, что, понимаете, в трансплантации большая сложность в том, что мало орган найти, донора найти. Орган еще должен подойти, еще там много анализов, еще не должно быть отторжений и так далее, и так далее. И люди некоторые до определенного момента ждали по 2 года на операцию. А то вдруг получается, что вот можно и гораздо раньше, даже за 2 недели, там, за очень короткий срок получить органы, и тебе в любом случае его подберут. Вообще это очень страшный вопрос на самом деле. Но я хочу сказать, что у нас в России его не освещают. Я еще раз повторюсь, Килгура и Мейтеса внесли в список экстремистской литературы вместе с Жуань Фалунь, которая полностью, все листы этой книги, находящиеся сегодня в экстремистском списке, посвящены 3 принципам – истине, доброте, терпению. Если по-другому перевести, истине, честности, доброте и терпению. Этих добродетелях в жизни человека. Все. Но однако там нашли какие-то там якобы проявления экстремизма. Ну, я даже знаю, там, что нашли. Это у нас сама там 2 вопроса. За что обвиняют Жуань Фалунь, наверное, будет интересно. Да, но не может же быть там. Конечно, основание для... Да, дыма без огня.
Два момента, которые суд вынес. Первый – это сама эмблема Фалуньдафа. Дело в том, что у нас… В России. Мы сейчас говорим о России. Да, мы говорим, мы вернулись в Россию. О Баканском суде. Да. Даже раньше. Не Абаканский суд. Джуань Фалунь внесена в экстремистский список в 2011-2012 году. И получается... Регион не помните? Москва последняя. Москва. Да, сейчас. Да, с Москвы началось, в Москве закончилось. Получается, что два момента не понравились государственным органам, которые судились с нами по поводу книги. Первое — это вот сам Фалунь. Фалунь — это эмблема Фалуньдафа, или Фалуньгун по-другому называют, нашего цигуна. Поскольку Фалуньдафа является древней китайской системой самосовершенствования, то есть это системный подход к духовно-физическому оздоровлению, скажем так, и достижению какой-то духовной чистоты, гармонии, просветления и прочее. И он включает в себя буддийско-даосские школы, или системы, как их называют, включает обе эти огромные системы. По сути, буддийско-даосское направление. И, разумеется, это не может не отразиться в эмблеме, которая содержит в себе две вещи. Тайцзи системы Дао и ниян, известный нам в России. Знак. Свастика. Обратная свастика. Тайцзи и ниян. Такой вот круг с... Как правильно назвать? Мужское и женское, да? Да, вот это, да. И свастику буддийскую. И она отличается, за что ее эту свастику, как бы, чем не понравилось? Что она якобы похожа на свастику Германии Гитлера, когда он использовал. Но есть разница. Во-первых, у нас есть заключение, по-моему, 2003 года, Геральдический совет при президенте Российской Федерации, заключение о том, что эта свастика не имеет вообще никакого сходства с нацистской. Почему? Потому что у буддистов она всегда должна быть только золотая, и только вот она прямо расположена. И левосторонняя. Это может быть как хочет, лишь бы она не стояла на кончике вертикально. Угу. Вот знаете, когда она на конце развернута, это уже и черная. Это уже, ну я так понимаю, своего рода, наверное, как антихрист. Вы знаете, вот крест и антикрест. Нет, это чисто вопрос некого сходства с символикой гитлеровской Германии. Но у Гитлера-то она была правосторонняя. Она обязательно была развернута на кончик, она прям на кончиках стояла. И всегда черного цвета. Не, ну там же у Гитлера-то она была правосторонняя, а это левосторонняя. Ну, в целом, да, но она, ну да, наверное. Левосторонняя. И при этом свастичные узоры, свастики в чистом виде, это же вся Индия. Свастика. Какая Индия? Вы посмотрите Китай. Фотографии нашего президента, когда он у бурятов в гостях. У нас буряты в Индии. Меня что поразило, когда я в свое время был в Иране, и там... Нет ни одного узора, древнего узора, без использования свастики. Конечно. Это же очень древний символ. Я вам больше скажу, есть церковь, я надеюсь, еще есть, но была точно недавно относительно. В Ярославской области христианская православная церковь, на кресте, на концах креста которой свастики. Угу. Нет, ну так же было древним русским всего. Да, более того, до революции свастика была, например, на денежных купюрах при царе в России. Причем это как раз та вот самая правосторонняя свастика, да, была. Да, такая же, буддийская. Она была на, этот символ был на машине государыни императрицы. Да, поверю. Использовалось, часто использовалось много, да, но другой момент, значит, из-за левосторонней свастики, из-за мужского и женского тоже признали? Никаких вопросов, слава богу, только к свастике. Только к свастике. В ней нашли сходство, предполагаемое сходство с гитлеровской свастикой. Но на наше счастье, в 19 году, 2 декабря, по-моему, 19 года, потому что 20-й прошлый, Владимир Владимирович Путин издал некую, так скажем, директиву, в которой он объясняет, что такое, делает уточнение по свастикам, и оно для нас, по сути, является разъясняющим моментом, что наша свастика, если она не пропагандирует традиции и как устои нацистской Германии, да, и вообще вот нацизма, то тогда она имеет право на существование в России. Все, вопрос, в принципе, снят
с тех самых пор, хотя бы по вот по, но по, тем по не менее это решение, но вот решение здесь, есть, до сих пор до сих пор есть закон, да? Обратная сила здесь не включается. И второй момент, который это сам текст книги Джуань Фалунь. Джуань переводится с китайского как «вращение». «Вращение Фалунь» называется эта книга. Фалунь — это вот эта эмблема, и она означает «вселенную в миниатюре». То есть вращение вселенной, по сути, да, и какие там слова не понравились. Там мало нужно учесть, что это перевод. То есть вот свастика — это есть вращение, да, получается? Нет, сама эмблема Фалунь, которая включает в себя и свастику, и тайцзи, и инь-ян, вот это женское, мужское, да, эмблема, символику, как правильно назвать, все вместе, вот знак Фалунь, он представляет собой вселенную в миниатюре. И вот как бы вот в принципе истинная доброта, терпение — это свойство нашей вселенной, по которому, согласно Фалунь Дафа, по которому как бы из которого состоит все в мире, все сущее содержит в себе честность, доброту, терпение. Ну как ты скажешь, что нет? Вот я сколько верующих слушала. И дальше, кроме свастики, что еще? Там в тексте, значит, сказали, что в переводе, получается, на русский язык звучит такое слово, как бы практикующий должен строго требовать от себя по нравственным критериям в поступках в обычной жизни. В отличие, и когда происходит конфликт, в первую очередь он должен вспомнить о том, кто он. И он должен помнить, что если он придерживается нравственных критериев, то он уже по-другому поступит. Он не будет, например, отвечать ударом на удар, он не будет отвечать руганью на ругань, он не будет кого-то там бить, например, или делать каких-то многих других безнравственных поступков. В отличие от обычных людей, которые имеют право жить так, как они хотят. И вот слово «обычный», на него была проведена экспертиза, и доказано, что это слово разжигает религиозную розвязь и противопоставляет себя обществу. Угу. Вот это слово «обычное». Можно открыть все эти экспертизы, материалы дела. То есть два основания? Да. В текст, в книге. То есть в чем экстремизм в книге? В слове «обычный». Хорошо. Но объясните мне, зачем это нужно Российской Федерации? Все, это китайские дела. Китайцы задушили конкуренцию политическую, как им казалось. Да, они получили, как, опять-таки, со слов журналистов, экспертов, получили необъятный рынок для торговли органами. Опять-таки, по слухам. Да, я не могу, я не берусь утверждать. Верно. Вы не изучали вопросы, поэтому не можете. Да, поэтому я могу вот только, как говорится, со слов цитировать. И вдруг зачем понадобилась Российской Федерации такая ретивость и ретивость российских судов для того, чтобы вот открывать такой новый, начинать новый крестовый поход уже здесь против Цугуна? Все, что я скажу, субъективный носит характер, это мое личное мнение, да, как я на этот вопрос смотрю, как мне кажется, как я думаю по этому вопросу. Во-первых, мне кажется, что когда появляется что-то новое, а все-таки, во-первых, Цигун для России все-таки, ну не то чтобы новая культура, но в принципе да, в целом, относительно новая, да, ну в какие годы она появилась, ну тоже в 90-е. Да, некоторые знали и 80-е, и 70-е, но массово она стала известна в 90-е, в конце 80-х. Это раз. И когда появляется что-то новое, а оно популярное в мире, в принципе, логично и правильно, что служба безопасности побеспокоится о внутренних и внешних обстоятельствах и безопасности. Это раз. Поэтому, конечно, под пристальным вниманием. Логично. Вторая сторона вопроса, что в это время, когда он появляется в России, ну хотя в России он появляется с 96-го года, и более массово уже в 98-м, в 96-м единичные практикующие, такие как, например, Денис Шибанков, известный председатель Федерации Союза ММА в Ярославле. Вот он практикует фалуньгун с 96-го года. Считает его, по его заявлениям, одним из лучших вообще видов комплексного метода самосовершенствования. Он ему очень помогал, и ну, лучше послушать об этом самого Дениса, например. Допустим. Потом в 98-м начинает массово уже распространяться более и становится более доступен для людей. И большую популярность, ну, постепенно, он набирает уже в 2000-х. А в 2000-х мы получаем репрессии. И вот представьте, что делать нашим службам безопасности? Там почему-то прессуют. Надо же разобраться, и на это нужно время. Но уже группа как бы под вопросом. А вдруг там, мало ли что там сделали, это нужно узнать. Потом, информация какая идет? Когда спрашивают в Китае у определенных представителей, а почему, они, конечно же, не скажут, потому что мы так хотим.
по-любому найдутся какие-то определенные объяснения, и все, и вряд ли приблизительно категории мнений экспертов, сектоведов и прочих. То есть обязательно найдется объяснение. Они же не могут сказать, что мы решили массово убивать людей, иначе их ожидает трибунал. Мы знаем, да, как вот сейчас определенные граждане там, да, проходят эту процедуру за дела нацистской Германии. Понятно, что они не могут. Значит, надо оправдаться. Значит, нужно что-то сказать, придумать какие-то самосожжения, которых быть не может. Надо найти людей. Людям еще надо там выделить каких-то, они же не будут просто так себя сжигать. Надо им там денег выделить каким-то подставным людям. Еще процедуру надо организовать, чтобы потом появился факт, и факт можно было массово где-то распространять. Ну хорошо, я правильно понимаю, что это некий такой китайский заказ? На преследование тех, кто сегодня хочет приобщиться к движению ЦУМа. По моему мнению, я бы так, прям вот так не сказала. Я еще раз говорю, во-первых, новые неизвестные ребята. Второй вопрос – это сами мы, которые тоже пытаемся остановить эти репрессии. Да, у нас, по-моему, саентологи, они вообще никого не волнуют. Свидетелями Иеговы тоже занялись последнее время. Но вот так, чтобы ЦИГУН, который, еще раз повторю, что это гимнастика, дыхательные практики, оздоровительные практики. Почему так масштабно? И я не помню, что подключались так оголтело, так неистово вот эти все наши сектоведы, депутаты, вот даже от КПРФ. Ну, казалось, где КПРФ? Так, КПРФ и ЦИГУН. Там КП. А, ну да. Они, близки. Да, а ведь идеология, вы понимаете, вот, кстати, вы спрашивали по поводу причин репрессий. В принципе, вторая причина репрессий, помимо массовости, есть же еще и идеологическая. Коммунизм сам по себе атеистичен. Вы знаете, может быть, не знают, например, смотрящие, да, вот сейчас видео, большая вероятность, что они могут не знать этот факт. Там преследуют не только фалунгун, но и христиан даже. Они сидят в тюрьмах там, в концлагерях. Уйгуров это уже, в принципе, получило популярность. Допустим, тибетцев тоже, ну, у тех свой вопрос. Там преследуются определенные, как бы... Христиане сидят в китайских тюрьмах? Да, можете загуглить и посмотреть, и узнать об этом информацию. Можете более другими способами получить эту информацию, она известна, известна. А в каких странах ЦИГУН еще запрещен, кроме отчасти в России и Китае? Нигде. Вообще, до определенного момента Китай был единственной страной, в котором, где была проблема. Больше нигде. На сегодняшний день до сих пор нигде нет. Наоборот, мастер и его ЦИГУН получили... Он был дважды номинирован на Нобелевскую премию мира. Получил премию Сахарова. Номинировался на премию Сахарова, извините. Значит, потом был признан... В общем, множество наград, признаний, грамот. Например, в Америке, в разных штатах празднуют 13 мая. Это обозначено в штате Всемирным днем Фалуньдафа. И в разных штатах действительно 13 мая внесен как вот праздник Фалуньдафа. В разных странах его приветствуют, награждают, везде распространяют. Что касается Джуаньфалунь, которая запрещена. Удивительно, но даже в Китае она не запрещена. Что касается самой книги, она является мировым бестселлером и тоже получила массу признаний. И в Китае не запрещена? Не запрещена она в Китае. У нас есть официальный документ, мы не поленились и даже перевели его и нотариально заверили. Действительно, она в Китае не запрещена, причем ни одна литература Фалуньдафа не запрещена. В самом Китае, где Фалуньгун преследуется. Здесь, понимаете, вот что касается китайского вопроса, да, вообще в целом мы не вмешиваемся в политику, это наша вот официальная как бы позиция. Мы не имеем отношения и не хотим. Нас хотят вовлечь в политику, но нам не интересно быть политичными. И это не наш принцип, понимаете? Мы не лезем в политику. Как работают страны, пускай так и работают. А, кстати, китайские спецслужбы, они занимаются вами здесь, на территории Российской Федерации? Конечно, они бывают участниками наших мероприятий, они бывают под видом практикующих, чего-нибудь только не делают вообще, они бывают провокаторами. Очень многие мероприятия за годы сделаны ими, именно... Как бы вам сказать, в виде практикующих фалунгун.
А ведь никто не может знать, практикует этот человек или нет. Приходит какое-то лицо и как-то себя ведет. Кстати, как и получилось в Абакане. Какие-то люди якобы раздавали книгу. О чем весь суд? Запрещенная книга Джуань Фалунь, и ее раздают какие-то люди. Это важно отметить, в Фалунь Дафа не раздают книги. Нет задачи раздавать книги. Я знаю некоторые течения, направления, в которых принято там что-то раздать, там какие-то книги. Нет, захочешь заниматься, вот, пожалуйста, вот там магазины. В России запрещено, пожалуйста, в других странах можно пойти и себе взять. Потому что когда человеку интересно, он найдет где угодно. Неинтересно, а зачем, о чем вопрос? То есть факт запрета, да. То есть основание для запрета движения, был факт распространения, получается, якобы литературы. Да, якобы распространение литературы. Однако, когда мы ознакомились с материалами дела и на суде, почему мы выиграли суд первой инстанции, на мой взгляд? Ну, конечно, это был лучший судья, сказала, да? Но как я это понимаю? Во-первых, что касается тех случаев якобы раздачи книги, я еще раз повторю. У нас нет задачи раздавать книги, поэтому ее никто не раздает. Поэтому там случай с двумя лицами, которые подставные, которые никогда не занимались фалуньдафа, их не знает ни один местный практикующий, но зато эти люди фигурируют на другом суде, где они тоже что-то раздали. Светлана, вы сказали, что в Китае сформирован вот этот чудовищный рынок по продаже здоровых органов тех, кто практикует цигун. Потому что за короткий период они оздоравливаются. Да, это правда. Да, и становятся на вес золота. Но хорошо, если следовать, принять это на веру, то тогда, по идее, власти Китая заинтересованы в бесконечной фабрике, скажем, чтобы наоборот это движение развивалось, распространялось там, на новых членов, чтобы эти органы постоянно вот были на все новые, да, и потом потихонечку они пропадали без вести, это люди под заказ. Ну, или их так как-то как концентрировать в каких-то там лагерях, а потом, собственно, их пускать на запчасти. А здесь, получается, они наоборот все запрещают, ну, и из того, что оставалось, они как бы начинают нарезать вот этот необходимый материал для операции. Жутко. Как бы вам ответить на этот вопрос? Изначально, вообще, с чего начались эти репрессии? Изначально они начались с того, что хотели полностью искоренить сам метод практики. Из-за популярности и самого мастера Ли Хуньчжи, и из-за самого цигуна, который очень популярен, которым занимались, еще раз, почти все члены Центрального, да, комитета. И было такое желание, понимаете? Можно много привести советских примеров такого плана. Но лучше не буду еще раз, потому что разные отношения. Но мы знаем подобные примеры. Хотели полностью убрать. А по ходу дела... Факультатив, да. Вот еще нашли область применения дополнительную. Нашли область применения дополнительную. И потом ее постепенно как бы развили. Все равно задача о том, чтобы убрать. Почему не заканчивают сейчас? В принципе, многие бы... Вообще за время... Когда за все время, за 20 лет, пока мы рассказываем про эти репрессии, нам удалось помочь нашим бедным практикующим в Китае. И, например, из трех концлагерей остается уже один, в котором практикующего подвергают там преследованию. Уменьшилось количество преследования, уменьшилось само по себе давление со стороны, ну, органов, которые этим занимаются. Но все равно пока еще есть. И касательно, дело в том, что как только, наверное, так можно сказать, как только прекратятся эти репрессии, все эти люди, которые причастны к геноциду огромного количества людей, дальше пойдут под суд. В мировой практике точно. Светлана, спасибо большое, что пришли к нам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте это видео.